Димочка, Димульчик, утро уже. Вставай, сынок. Димчик, просыпайся. О, глазки вперед, Димчик. Встаешь? Да. Да? Сегодня выходной, но мама наша на работе. А мы с Димой будем дома. Давай поднимаемся. Нам нужно сегодня в квартире убраться, потому что у нас бардак. 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 О, наш Самсончик, смотри, тоже проснулся. Доброе утро. А мы будем заниматься. Доброе утро, Самсончик. Давай Самсона покормим, а то он голодный, наверное, у нас. Самсон, умываться идем? Да. Давай. Где щеточка твоя, Димас? Вот она. На, держи щетку. Будем чистить зубы. Так, а паста где? А вот она красная. А, вот же паста наша. Давай. Утренняя песенка. Давай, я тоже почищу зубы с тобой. Зубы, да? Да. Это круто. Правильно, надо зубы чистить каждый день. Каждое утро. И каждый раз вообще после еды рекомендуют чистить зубы врачи. Кого нашел? Сок. Сок. Ну давай, открывай. Папа, смотри, как я умею. Молодец, давай. Так теперь надо попить сок тогда. Зато горький. Горький? Ну-ка, дай-ка я попробую. Почему горький? Он просто после пасты такой горький. Когда вкус пасты уйдет изо рта, можно будет попить. Пылесосить. Да, будем пылесосить. Только давай, знаешь как? Перед тем, как пылесосить, мы давай сначала все игрушки уберем, которые остались тут со вчерашнего дня. Давай вот эту пирамидку разберем. Разберем, сложим ее в нашу ведерочко. Давай складывать. Вот такую мы построили башню вчера с Димой. Разбираешь? Да. Давай складывать. Пирамидка, такая разноцветная пирамидка у нас. Очень хороший конструктор. Мы вчера долго строили его, да? Так, а теперь ведро закрываем. Давай, закрывай. Так, и надо убрать его. Пошли, поставим, где у нас все игрушки. Вот, куча игрушек у нас. Дим, постель надо заправить, смотри, что так не подойдет. Да, давай заправлять будем постель. Давай. Нам, чтобы было веселее заправлять, давай света побольше сделаем в комнате. О, на улице уже светло, видишь как? Папа, у тебя зарядился телефон, Телефон, да, зарядился. И он сам так залезал. Вот, мама читает книжку у нас. Это так, а давай вот эти книжки мы пока сейчас уберем. У тебя... Ну что, смотри, мы с тобой заправили кровать. Молодцы мы, да? Да. Смотри, солнышко какое у нас яркое тут светит. Тут. Да, на нашем пледе. Да, на нашем. Так, что делаем дальше? Дальше с ним пылесосим. Пылесосить рано пока. Давай еще будем дальше убирать. Все, что у нас тут валяется.
мамины всякие тут упаковочные пакетики. Вот, закроем шкаф. Можем гладильную доску убрать. Мама вчера гладила, а нам надо убрать. Все, убрали. А что, попить тебе налить? Давай теперь будем диван убирать. Давай! Диван маленечко задвинем. У нас съемки были, поэтому тут вот оборудование еще осталось. Оборудование мы сейчас уберем на балкон. И будет у нас чисто здесь. О, здесь тоже конструктор, Димка. Смотри. Тоже конструктор раскидали. Где наше ведро? Мини-бух, который бух. Принес? Ну давай, убираем. Слушай, а ведро-то уже забито полностью. Сюда и не лезут наши детальки-то. Нет. И куда их денем тогда? А давай, знаешь, как сделаем? Как? Мы вот так сверху их приделаем, вот сюда. Давай. Чтобы они не были разбросаны по всей комнате, по всему балкону. Вон Самсон с нами идет убирать. Так, собираем пирамидку. А вон еще детальки, Дима. Готово! Готово, ура! Мы убрали! С Нового года вот еще елочка осталась тут. Все, ставь обратно. Самсон, выходи, тут холодно. Выходи. Пошли. Идем. Пошли покормим Самсона. Пойдем. Пошли. Зови его, зови. Самсон, пойдем, пойдем. Самсон, пойдем. Пойдем, пойдем. А давай мы пойдем, и он пойдет с нами. Пошли. Пойдем. Вот он бежит, 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 бежит. Самсон, пошли. Идет? Да. О, замяукал. Правда кушать хочет? Да. Так. Давай посмотрим, где у него тут еда. Так, здесь нету. Вот. Ой, Дима, у него последний пакет остался. Последний пакет. Давай откроем. Давай. Вот мы Самсончику еды положили. Дима, ты что там собираешь? Да там магнитики? А, это нам в Макдональдс дали, да? Да. Макдональдс. Смотри. Бежи. Вот он побежал быстро. Как. Давай еще раз быстренько катнем ему. Дима, вот эту коляску давай уберем ее. Давай. Тележку. Смотри, две. Ребеночек у нас тут в тележке. Подвинем мотоцикл и сюда поставим, да? Пусть она здесь стоит. У нас еще одно световое оборудование, надо убрать вот это. Да, ее убрать. Папа, а. Мотоцикл. А, это у нас мотоцикл сломался, да? Отломилась тут деталька. Давай. Удлинитель смотаем сейчас. Ох ты, как Дима умеет. Ну-ка, еще раз можешь? Круто! Давай еще разочек. Бога, Дима кувыркается. Молодец. Дим, тебе нужен еще этот самолетик? Да. Вот, нашей маме тетя Оля цветы подарила. Смотри, какие красивые. Что это за звуки? Ну-ка, быстро-быстро идем. Смотрим. Ой, Дима, знаешь, что произошло? Нет? Самсон покакал и зарывает что-то там. Сейчас будем за ним убирать теперь. Фу, Самсон. Фу, как? Ой, бег. Димас, пойдешь убирать за Самсоном? Моя лопатка. О, лопатка. О, фу, как много навалил Самсончик наш. Самолет прилетел.
Давай я теперь тебе запущу. Давай. Готов? Да. Отойди подальше-то. Полетели. Что-то он не летает. Так, что это за носок тут лежит? Кому оставили носок? Давай убираем. И здесь, смотри, носок лежит. Давай все убираем, все вещи. Убираем за Самсоном. Вот, теперь у кота чистый туалет. Мама перед тем, как уйти, нам оставила стирку. Пошли посмотрим. О, целая машинка белья. Надо нам с тобой развесить. Пошли сушилку освобождать. Давай. Давай. Вот наша сушилка. Давай здесь тоже сделаем света побольше. Свет побольше здесь. Все. Давай здесь будем убираться теперь. Давай. Ну вот мы с Димой разобрали сушилку. Пошли за бельем. Давай. Пошли за бельем. Так, отходи. Сейчас мы просто вот так его в тазик сбрасываем. Все. Идем развешивать. Я сейчас головой достаю до вот этой. Головой как раз до сушилки достает Дима. Да. Молодец. Будешь мне подавать белье? Да. Давай. Вот, Дима сам даже развешивает. Молодец, молодец, давай, я тебе помогу чуть-чуть, во. Ой, папина рубашка. Папина рубашка, давай я ее повешу, она большая. Ну вот какие мы молодцы с Димой. Развесили белье. Тазик обратно в ванную. Так, эти ящички закроем, что у нас тут все открыто. Надо хорошенечко убраться. Так, свернем плед. Дима, давай коврик свернем. Пропылесосим, потом его опять можем собрать. Давай. Самсон его весь уже разгрыз. Смотри, весь погрызанный. Бедный наш коврик. Дим, стул, стул убирай под стол. А кто это у нас здесь, смотри, Дим? Поли Робокара. Ну-ка, убирай Поли Робокара. Давай в игрушки его убираем. Давай, и ножницы можно убрать вот эти. Вот сколько у нас игрушек много. Давай коврик тоже пока сюда поставим. Давайте продавец. Что вы мне продадите? Так, давай пульт пока уберем. Давай со стола вытрем. А то тут какой-то чай пролили, или что это тут? Давай. Чтобы у нас все чистенько было. Мы с тобой убрали здесь все. Да, блин. Осталось только пропылесосить. Пошли за пылесосом. Давай пойдем за пылесоски. Так. Ну вот, мы с Димой пропылесосили. Дима, дай 5. О, молодцы мы. Давай пылесос уберем. И останется нам только помыть посуду. Тут вон целая гора посуды. Со вчера осталось. Ну ничего, мы с ней расправимся и сегодня быстренько. А потом будем кушать. Так, сматываем пылесос. Вот и его место. Затолкаем его. Ну что, вот какие с Димой мы молодцы. Мы убрались, пропылесосили всю квартиру, помыли посуду. А сейчас будем кушать.
Так, что нам тут мама сварила? Макарошков сварила. Сейчас будем разогревать макароны. Так, сварим сосиски. Сварим сосиски. И будем кушать. Дима, ты хочешь кушать? Да. Да, будем кушать. А что это ты смотришь сейчас? Мультик какой-то смотришь, да? Халк, Человек-паук. Так, вода уже почти нагрелась. Закидываем сосисочки в воду. Сейчас мы будем кушать. А пока разогреем макарошки. Так, Димчику разогреем. И себе тоже разогрею. Горячие макарошки. И сосиски почти сварились. Ну вот, мы убрались. Мы молодцы, да, Дима? Да. Мы ждем маму с работы. Да. Покушаем. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.